взгляд со стороны на свою личность. Вот если бы я себя позиционировал как учителя, у которого там будет отменное здоровье, непререкаемый там авторитет и так далее, я ни в коем случае бы ничего вам не показывал, что касается моего здоровья, а именно там снимков МРТ, холодильника и прочих вещей. Я же такой, как вы. Вместе с вами грибу по этой жизни и показываю, рассказываю, что у меня получилось и почему получилось, а что не получилось и почему не получилось. Вот я думаю, вот это наиболее самое ценное. Чтобы быть таким же, как вы, в этом воплощении, и решаешь свою задачу. Вы решаете свою задачу. И радоваться, что у вас удалось. И у меня что-то удалось. Вот это самое главное.